И всем привет, с вами Владус, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Command & Conquer Tiberian Sun. Сегодня у нас 9-я миссия за ГСБ. И тут нам нужно сломать базу нот и захватить пирамиду Вега. Поехали. Правильно сказал. Что-то сказал. Нормально тут синего тебе. Хорошо. Мне базу дадут? Ты что кто-то стреляет. Где? С кем главное воюет, тоже вопрос. Войди со мной. Опа. Вот это, наверное, не ломать. Скорее всего, мне нужно аэрдроп поймать, да? Ему упал нот. Так. Все присутствие нот надо очистить в этом регионе. Собственно, этим мы занимаемся. Че-то кто-то сломал. Кто и что? Что тут по тебе и уходить не очень весело. Не приходится. Че там еще сломали нот? Так, где строй 7 сам? Ё-моё, тут их 7. Ну, еще один. Так, спускаемся. И туда стреляют. Тут уже совсем близко. Сейчас узнаем, кто это. Песом. Опа. И баки. Что происходит? Тут можно пройти? Нельзя пройти. Опять что-то сломали. Может, мне нужно было бы торопиться? Опа. Видим. Блин, а киборга-то как убивать? Его бронетометчики нормально убивают? О, кимба. Он сдох. Капец, у меня люди дохнут, уйди. О, еще один. Здесь, наверное, еще один есть. Я сколько я уже сломал? 1, 2, 3, 4. Всего 4 штуки, что ли? О, 5. Еще 2 нужно найти. Вроде я верно посчитал. Сейчас проверим. Возможно, тут ниже надо идти. Может, не надо. Куда вы собрались? Опа, киборги за нами выехали. Блин, у меня уже пехоты нифига нет, чтобы с ними сражаться. Давай ты не пойдешь ко мне. Он идет. Бежим! Ломай! Ломай, беги! Черт, надо с ним сражаться. Это что такое? Они все сдохли. Пример. Пример небольшой получился, знаем. Вот так, ладно. Я не знаю, что тут можно лучше переиграть. А это, кстати, кто? О, убивай. Медик. Они кричат медик. А медика бы мне лучше дали. Давали пехоты какой-то, а? Ну что это? Как они лечиться-то будут? Так, нужно проверить, кто че ломает. Может, я могу сразу же спасти что-то. Если тут что-то вообще способен. И что-то стреляется. Так. Ну, ломай. Капец. Ну, это я, конечно, дешево отделался, но... Он вроде не нападал на меня. Опа. Упс.
На артиллерию налетели. Блин. Как эта штука называется? Я не скажу, как она называется. Ну там опасно подходить. Не знаю, как много у меня уже померло. Кстати, все гранатометчики живы, всего два пехотинца померло. Опа, киборг идет. Ломай его. Идем дальше. Может, вообще нужно заспидранить убийство этих людей? Ничего больше не делать. Так, киборг дойти тут. Нужно его перехватывать, не по-любому к нам идет. Так, давай не надо. Ууу, я понял. А, он специально подходит. Он умен. Но он недостаточно умен. Ну, прошлый киборг был достаточно умен, чтобы подойти. Достаточно близко. О, нет, не надо. Так. Есть еще один, есть сам. Ломаем его. Нет, человек умирает. Что, там еще один умирает. Так они стараются умереть, я не знаю. Есть вроде еще один сам был. Или не было. И, кстати, когда там один зачистил, не хватило. Значит, тут все-таки что-то еще и должно быть. Нет, половина. Вот он умный киборг. Так, он еще едет. Что это? Это имбовик просто ползающий. Я тебя понял. Так. В общем. Ладно, попробуем как-то по-быстренькому зачистить солнце. Куда вы идете? Куда? Наверх. Тум-тум. Ломаю его. Но я один-то не нашел в итоге даже. То, что я тут все обошел, значит, он где-то спрятан. Можно слева. Ой, по тебе, хорошо. О, освежающий. Блин. О, вот он. Вот этот, который я не ломал. Да? Я тут тоже по правому... правой стороне бежал. Ну, тогда нужно, наверное, да... Ой. Там этот рейдер что-то сломал. И он сейчас ко мне приедет. Если он мне не будет, я... Еще киборг должен сейчас подойти. Первый, хотя бы. Ну или должен подойти. Так, нет, рейдер вроде переключился еще дальше. Ну, там еще постройки есть. Значит, и киборг сейчас не выходит. Или они с кибергом вообще вместе там орудуют. Ну, это вроде последний, я вспомнил. Интересно. О, нет, киборг-то идет. О, не ко мне идет. Ну, он не ко мне идет. А вот теперь ко мне. Ну, привет. Стоп, а где я еще? Тут вроде не было. Блин, а где-то еще есть. Где? Это я не зачистил, где раньше чистил. О, какая плохая эта территория. Все в тебе, еще и киборг подходит. А он не за нами, что ли? Обходим его. А, бежим! На тебе явно не надо сражаться. Где еще один сам? А, вот здесь, да? Да, вот здесь ты. Точно. Правда, киборг идет, надо киборга перехватывать. Перехватываем. А, он умен.
Это что такое? Это что такое? Издевались. Ну что это? Так. Так. Алло. Мы вообще вдвоем пошли. Это было честно, разве? Ну что это такое? Тут даже сейвится бессмысленно. Ну, в смысле... Да не, бессмысленно. Это было страшно. Блин, липаю, ого-го. Так, все, я уже знаю, где они все расположены, им капец. Сдох. Блин, так, теперь здесь сломаем там быстренько. Потом чуть не выехала. Хорошо, бежим отсюда. А тут можно пройти? Сейчас рейдер уже должен, наверное, поехать, да? Так, ломаем. Справа пока никто не вышел. Я так успеть, наверное, могу, да? Я такое чувство, что я что-то пропустил. Здесь вроде, да? Нет, не... Стоп. Раз. А, я, о боже, я там не убил одну. Я же не убил, по-моему. Вроде убил. Вроде там еще одна. Да или нет? А, освежающая. О нет, они опять дохнут все. Блин, надо еще куда идти. Типа вот что здесь? Одна. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, там седьмая. Пойди так. Правда, сейчас еще один киборг уже должен выходить. Надо же. Что ж я наделал? Ладно, я думаю. Стоп, здесь же нету нифига. Я же чисел тут. Нифига нет. Нет. Это всего лишь рейнджер, который не за мной идет, да? Где отсюда? Вот он молодец. Правда, мне киборга хватит, чтобы умереть. Так, стоп. А где? О, нет. Давай не надо. Проходим мимо него. Да. Так, машинка. Спокойствие. Машинка не за нами. Ой, там киборг. Бежим от него. Он не за нами. Все, хорошо, спрятались. Где еще один сам? Семь сам. Где-то он тут есть. Ой-ой-ой. А вот здесь, наверное, последний должен быть. Там киборг идет. Он идет за нами. Бежим. А, вот здесь. Так, сломать это или ломать киборг? Ломаем. А киборга пофиг. Блин, он умер. Все, мы победим. Сейчас фотка. Так, подкрепление. О, так, это МСЦ. Хорош, хорош, о. Побеждаем? Так, нет. Нужно побеждать, а не умереть. Огонь. А! Вот он, имбовик. Там был плохой киборг. Недоделанный. Ну, судя по тебе в округе, тут либо будет все очень плохо, либо все будет очень хорошо. Сейчас узнаем.
Ясно. Так. А где... Можно еще одну тогда поставить. Почему, кстати, туда поехал? У тебя... Тебе их рядом стоит. Растет. Это был звук развертывания? А нет, это был звук закапывания. Кто где закопался или выкопался? Так, допустим. Ну не думаем там. Каких-то бывает. Ну капец. У меня больше артиллерия пока. Опа. Это что такое? Что? Погоди. Вот. Вот этого я не ожидал. А нормально так делать? Выкопались, инженеры вылезли и захватили. Блин, я даже не засейвился. Чёрт. О. Теперь я знаю еще немного больше о всех самых, которые тут есть. Подстава какая-то получилась. Интересно, он обязательно там вылезает? Может просто свой мост сдвинуть достаточно? Ну то, что там инженеры вылезли и захватили у меня МСЦ, так я еще и проиграл сразу от этого. Я, наверное, типа сделать уже ничего не мог, да? Мне кажется, меня просто из МСЦ выкинуло. Вряд ли там просчитывается, что я сделать ничего не мог. Хотя кто знает эту игру? Может, я забил все какие-то фигни, которые я там это, приползло. Прикопало. Если я так сделал, то... Ну, веселушка получается. Это уж точно. Так, теперь сюда. Но не совсем туда, а вот сюда. Где-то здесь вот. Так, и сверху еще две. Хорошо. Киборги уже начали ходить. Ну, кстати, а не, за мной идет. За мной идет, тварь. Живем. Освежающее. Ломай последний, так, спокойно. Уничтожаем его, пытаемся не умереть. Это не боевик, это так. Так, отъезжаем туда. Надеюсь, так у нас все не захватят очень быстро. Ну, кто его знает? Может, и захватят. Попробуем как-нибудь подъехаться. У меня теперь пехота вся живая. Прямо реально вся. Нужно тогда медика сделать, в принципе, по-быстренькому. И вообще бараки поставить. Он опять туда поехал. Давай, давай, медика. Опа. Опа, 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 опа. Что такое едет? Давай, иди, хиль. Капец, а он что, имбовик? Нормально, он так пробил мне эту фигню. Так. Радар, это хорошо. Вопрос, могу ли я как-нибудь от выкапывания вообще защититься? Может, турельку поставить там? И MP Cannon у меня есть.
вулкана. Попробуем, может поможет. О, вот это имбовики. Jump Jet Infantry. Это же они? Где они? Что, гоняют? Так, а почему один не похитили? О, похитился. Возможно, я все-таки за головой из угла. Там для слишком любопытных ловушка стоит. Я вас понял, Mobile Sensor Array. Что происходит? О, беги! А чё беги там? У меня вроде нет ремонта. Я не дарю ремонт. Нет, куда мне ремонт? Так, Mobile Sensor Array. Можно сделать. Блин, тебе я не хватил. Так, это что такое? Это просто инженер бежит по приколу? К нам бежит? Мне аж интересно. Он на мою... Он пытался забежать. О, он бежит, лови его. А что такое? У меня там в канон стоит, если что. Amphibious APC? Это что такое? Нормально, там юнитов надавало новеньких. Опа, 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 танки, которые разъедут. Подожди, а это что такое? Ну, разворачивается. А, подожди, это радар. Нет. Ну, радар это хорошо. Так, это просто БМПшка, она стрелять умеет? Она стрелять не умеет, думаю. А чем я сделал? Спамим вот этих челов, они нам помогут. Так. За жизнь началась. Стоп, 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 а что за жизнь началась? Стоп. Что происходит? Жизнь какая... О, энергия. Жизнь какая-то началась. Импи Кэнон. А, подожди, импи пульс. Это заряжается. Капец, а что за... Я опять сохраниться забыл. Нет! Что за жесть? Что, резня какая-то просто. Капец. А что это такое? Че, теперь нужно не забыть, я их накинуть. Опа. Хорошо. Продвигаемся. Еще один. Здесь один. Возможно, мне нужно опять какую-то оборону мощную делать. Но там приходит дофига всего. И убивать они начинают довольно быстро. Еще разворачивающиеся танки приезжают. Так, сюда. Еще две осталось. Киборг вышел. Ну что, киборг вроде выйти уже должен был, нет? А что, такие идеальные тайминги? Киборг? Иди, киборг. Вот он. Все, он идет за нами. Живем. Так,
Интересно, от моей скорости вообще это что-нибудь зависит? Так, а теперь главное как-нибудь засейвить их всех. Один у нас. Вон. Так, отъезжаем. Беги. Перехватываю его. А просто убить его. Нафиг он там стоит. Хорош. Так. Думаю, тогда тебе ее надо гораздо быстрее собирать. Ты что-то фигни всякое начал строить. Можно даже без бараков пока пожить. Военный завод построить. Так, куда вот? Отдачек. Куда он едет? Че он туда едет? Не надо туда ехать. Так, радар. Есть радар. А че, эта штука только после бараков открывается? Военный завод, да? Ладно. Так. Ой, уже что-то едет. Они уже начинают нападать? О, ну. Давай диск турниров тогда делать. О, ну. О, ну, беги. 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 Быстрее больше этих челов. Титана строить вместе с диск троверами, но немного медик нормально будет. Еще надо будет два харвестера заказать. Так, башня, а у меня воздух вообще будет летать? Зачем мне вообще есть антивоздушные башни? О, ну остановись. Еще, получается, вот эта атака в прошлый раз. Так, да, точно. Готово. Готово, да. Да-да. Здесь люди пока все отбиваются, так что надо. Там чел убил? Вроде не убил. Работаем, работаем. Сюда башенка. Опа, энергии нет. Так, мне, наверное, надо... Опа, она вылезла. Я понял, она игра-то реально просчитывает, что ты можешь, а что ты... Фак. Фак. Быстрее захватывай. Что за жесть? Быстрее захватываем. Сказал, захватывай. Беги! Нет, инженер. Они капец и мне. Ой, все нормально. Вот она нападает. Так, инженер, быстро. На меня... Че ты стоишь? Постреляй. Больше вроде никто не стреляет. Капец. Иди, захватывай МСС. Он, правда, там ничего не строит. Да неужели? Капец. Что это такое?
Зачем ему мою НСЦ? Я не понимаю. Особо. Ну, пусть будет. По приколу захватил. Ай-яй-яй. Больше башен, больше башен. База должна быть защищена. Хотя они вылезли прямо вот здесь вот. Если я тут все застрою, они отсюда не вылезли. Надеяться на это как-то странно. Возможно, Mobile Array сможет их палить. Кстати, эти же, по идее, летают, да? Они должны летать. Угу. Разведываем тут все. Это теперь можно, в принципе. Я МСЦ это складывать умею вообще. Если не умею, то не весело. Так, они опять идут. Давайте, вы отвлекаете. Башня, алло, башня, башня, алло. Огонь! Ай, сейчас меня их убьют нафиг. Огонь! Ага. Эти фигни их не убивают. Слово совсем. Дай. Хорош. Вот титан единственный бог. Вот. Разворачивайся. А ты что такое? Блин, а что-то мне это не нравится. Мне кажется, он сейчас пробежит против. Давай больше башенок. Блин, как же долго они ломают, даже такие. Больше башенок. Я не могу это пока никуда поставить. Ломай их быстрее. Делай титанов. Иди с крыла. Огонь. Арвестер. О, они уж там давай. Кстати. Так. Они вроде делают, чтобы я не сдох. Так, это же такое. Ой, это разворачивающиеся танки. Они только сейчас приехали. Ну, уже поздновато. Хотя титанов они все равно нормально мочат. Можно сделать. За защиту. Больше диск трейлеров. Больше диск трейлеров. Мне вообще как-нибудь скажут, что там кто-то приближается подземный. Интересно. Надеюсь, что да. Кстати, вот здесь дофига тебе, я синего включу. Почему мне его не добывают? Так, а можно комбайн хоть один построить? Не делается вообще? Так, это что такое? Останови. Я думаю, у меня уже мощная армия. Вот вопрос, можно ли нападать. Сейчас придет какая-нибудь фигня. Дропаемся их тогда. Попробую на правую базу прочекать, что там. А может для разведки что-нибудь получше использовать, типа APC? APC? Так, блин, надо было... Вот здесь добавить. Здесь хорошее место. Чуть не понимаю, что ничего не делается. А, там сначала титан заказан. Ой, а чё они туда пошли? Чё? Не бухой муха. Ладно, у меня там защита успела выйти. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Они за мной едут? Ну чё, ребят, надо. Пока не ведь за мной. А, быстрее туда. А вы давайте это, отбивайте. А чё, по мосту не вариант? Просто она...
Может, я мост просто сломаю? Давайте вы мост сломаете. О, молодцы. Теперь они не должны хотя бы справа нападать. О, у меня тут на базе уже капец выйдет. Они должны их убивать, по сути, да? Да, по сути, должны. Просто 9 бери. О, кто получил? Пехота, давай, вперед. Уничтожаем эти танки. Блин, они все равно даже эти танки, но умеют убивать. Я им лучше бы... Это огненные танки? Или... Понимать, нихрена ты развернулась. Это нормально вообще? А, у нее нет минимального рейнджа. Или есть? Нет, походу есть. Да, ей надо было свернуться. Мне кажется, мне капец. Я думаю, идти туда было плохой идеей. Я понял. Я понял, идти туда было плохой идеей. Что тогда является хорошей идеей? Думаю, хорошей идеей является надевать дофига хилипадов. И просто касатками летать и уничтожать все и все. О нет, они развернулись. Ломай их, ломай. Ломай, пока они титанов не сломали. Капец. Чё они так больно дамажат? Титан был, титана нет просто. Что это? Так, сюда? Сюда? Сюда. Сюда, туда, туда, сюда. Опять они приехали и разворачиваются. Иди. Вы давайте, да. Молодцы. О, умно, умно. А чё слева только танки едут, вроде, нет? Опять танк. Правда, сейчас огненные танки поедут, это страшнее. Но они не поедут, они выкопаются. Нафиг них, когда они копаться умеют. Так, хелипад. Я могу действовать? Ну, не совсем. Да? Вообще не совсем. Это, короче, блин, где? Я хочу сверху построить. Нужно туда немножечко простроиться. То, что я отменил, мне деньги-то вернули. Сколько оно стоило? 500? А, ну, хотя. А, гады. О, нет, бежим. О, нет, бежим. Она просто отходит. И кто-то разбирает их. Капец, там столько этих гранатометчиков. Они хрена что сделают. Они хотя бы качаются. Пачка им баланс там стоит, там уже. Столько пехоты с урбана там. Так, теперь я надеюсь, я смогу туда поставить. Уже все 6 комбайнов, конечно. Блин, давай тоже собирай здесь. Да еще. Ну... Кстати, снизу перестали нападать. Интересно. Блин, мне это не помогло, да? Черт. Как мне сверху начать строить? Я хочу сверху строить. А то у меня здесь места нет. Ладно, настроим где-нибудь здесь. Делаем сколько штук? Пока 5 штук сделаем. И, кстати, поскольку? По 1000 ее, дорогие. Дорогие штуки. Ой, нет, стоп, это шутка была. Ты так не понимаешь. Значит, они совсем перестали нападать. Очень интересно как-то. У меня там 5 штук-то влезет. Тут еще вроде место есть. Чё, где атакало? Так, сюда. Там, наверное, антивоздуха, правда, тоже дофига.
У меня стены есть, кстати. Верный вариант. Устраивать пушечки стенками. Вот не знаю, могут ли они вообще вот отсюда сейчас вылезти сверху. Я думаю, я их замечу. Вас заметили. Так. А сейчас можно и импишку, наверное, поставить. Раз она заряжается, пускай заряжается. Он меня тут где-нибудь. Да. А нафига тебе я? Еще одну эту поставить. Еще один харвестер можно сделать. Так, сюда вот. Ой, энергии-то намного требует. Там даже устройки уже некуда ставить. Я думаю, они там не смогут вылезти. Ну, я надеюсь, нет. И на эти пауэрпланты нельзя лучше. А, кстати, МП-пушка-то довольно быстро стреляет. Интересно. Это же ворота есть двух разных типов. Чем прикол? Наверное, они просто вертеться сами по себе не умеют. Сам тебе одинаковое. Харвестер делаем, делаем. Все делаем. Так, давайте полетаем немного. Опа. Вот ваша первая цель. Они могут, в принципе, отбивать всю эту фигню. Ломай, ломай. Хорошо. Так, а вы убиваете все остальное. А, ну это одиночная цель просто. Бам. Нормально. Нормально, но такое себе. Так, я попробую тогда вот эту штуку сделать. Можно попробовать засадить туда всю пехоту. Там вроде 4 места. Ну да, должно хватить. Так, еще один этот. Еще один харвестер это сделался. Опа. О, нет. Фак. Спасайся. Мне пришлось продать это, чтобы спасти тебя. А ты мне должен. Работай. Там по 4 места. Вылезаем. А нет, там по 5 мест даже. Опа, 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 опа. О нет, о нет. Опять они. Опять они. Уничтожаю. Ну, в принципе, их пушки порешили, по сути, да? Но они одну сломали. Видимо. Или тут две вообще было. В общем, пушки их порешили, но они сломали. А когда у меня импишка дальнобойная? Сколько она дальнобойная? А, вот. Все, здесь конец рейнджа. И че ты стоишь? Мне аж очень интересно стало, что он там стоит. Опа. Фигня едет. Бежит. Теперь я могу прямо тут эти пушки. О, там имбовик просто стоит. Вот он. Со звездочкой. Прямо так и говорится. Я имбовик. Так, опять кто-то едет. Подземный. Подожди, подожди, они умные. Твою мать. А нихрена, что они сделали? Так, алло, алло. Ребята, хватит? Все, некуда. Некуда вырезать. Остановитесь. О, это проблемка. Если у меня все захватят, я даже не смогу ничего делать.
Блин, это даже построить чего. Давай бараками просто застроимся. Я что-то охренел от того, что у меня аж 5 построек нахрен захватило. Он мне все комбайны захватил. Подожди. Это еще умнее, нахрен. Ничего, не знаю. Мне для мозга. Ой. Сколько мне все продать? Вот это нравится, дорогой. Так, хотя бы одно обогатить. А туда не проехать уже, да? Я уже не проехал, да. Че происходит там? Капец. Что-то все еще офигевает, там еще что-то произошло. Так, один. Что происходит? Он что-то сделал там? Ничего, офигенно. Капец. Так, ну и МП-центр надо снова обстраивать. ДМСЦ причем не добрался. Если бы он еще и ДМСЦ добрался, то капец мне был бы. У него там было еще 2 инженера. Они не знали, куда пойти. Куда бы им пойти? Да? Вот здесь надо башенку поставить на всякий случай. Это вообще жесть какая-то. Как инженера? Это миленький. Блин. Я уже не знаю. Нужно больше этих. Ладно, засаживаемся все равно. Думаю, надо попробовать продавить его. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Все наполнены. О, нет, наполнены. Ты что стоишь? Давай тебе куда-нибудь. Сейвимся. Сейвимся. Окей. Попробуем налево продавить сейчас. Смотрим, что будет. Нас наверняка будут встречать, но мы хотим проехать далеко в базу. Давайте, давайте. Езжаем туда. О, там ворота! Там ворота! Ну, ладно, это уже плохая идея. О, их бабахнули. А может нам так и надо было? Бабахнули ворота. О, они давить умеют. Вот это интересно. Что-то они очень плохо дают. То, что там сломали мост, для меня это плюс, нет? Меня нападать не будут. Да. Капец, а вот арта тут супер точечная. Да? Я не знаю, почему она настолько точная. Все, стоим тут, ломаем мост. А его не сломали. Его не сломали. Не дадал скорости какой-то производства. Я не знал. Зачем он ничего не делает? Опа. Он починил его мгновенно. То, что он сломался мост, ему вообще пофиг. Так, вот это. Нормально, он сразу стрелять начал. Нахуй начать. Надо умно сломать. Или вообще лазер. А, все, пускай ломаем. Опа. Там самсы. Так, минус одна орка. Не буду дохнуть вот там. Без вопроса. Тогда получается, эта атака вообще была бесполезной. Просто выходим из этой фигни. Эти фигни нафиг не нужны. Не знаю, зачем они мне нужны. Пускай стоят тут. А не надо внутрь залезать. Все, распаковали. Теперь у меня есть одна пачка большая пехоты. И пачка титанов.
И пачка орка. Файтеров. Так, не надо садиться, вы с ума сошли. Блин, как они умирают? Не могут с одной стороны стрелять. Капец, они сдохли. И теперь думаю, что было выгоднее, хотя я столько хорк. Пускай они стоят на подходах. На всякий случай. Так, а я МП пушку поставил? Я не поставил. Возможно, ей нужно ближе к левой фигне и ее туда бахать. Ой, ой-ой, идет фигня. Это же не фантом, это... Не помню, как штука называется. Так, вот тут должна доставать. А, нифига там что поет. А, у меня военного завода нет. Вот что я понял. Почему они снизу идут? Почему они снизу идут? Дави их! Ладно, их не задавить. Дави их, дави. Убивай их. Уничтожай. Такой. О, нет. Ну, в принципе, вот этих как раз и не надо туда посылать. Так, сделаем два завода. Надеюсь, это все-таки ускоряет прогресс. Процесс прогресс. Так, ИМ. Не, она ничего не делает. Хотя, возможно, у нее... Ну, это ИМП, я понимаю, что она должна вырубать. Может, она дамажит. Вдруг так, случайно. Ну-ка, она случайно умеет дамажить. Тун-тын-тын-тын. Блин, может еще одну коза поставить на всякий случай. Вот если две захватили, то третью, может быть, не захватили. Все. Оборона просто. Угу. Так, дофига титанов. Наверное, не вариант. А, кстати, вот эта штука. Дофига вот этих штук, в принципе, может помочь. Не вроде мощные, черт. Установите это нашествие. А че вы туда пошли, сюда пошли? Ка попробую прям по пушке побахнуть. Не, ей пофиг. Ладно, тогда эта фигня ничего не делает, и она по сути бесполезна. Ну, если в технику, наверное, стрелять. Но тут вся техника так гоняет со скоростью света. Даже не знаю, поможет ли это. Так, ко мне... Ко мне идет что-то довольно... Наверное, вот этому надо было. Так, а вы что делаете? Может, убивать будете? А кого? Капец, как людей убивает. Давайте нафиг уничтожайте. Ой. Ой. А че вы все-таки это? Уже сказано идти туда. Или они не хотят идти туда? Опа. Наверное, их можно сюда. EM Pulse Cannon ready. EM Pulse Cannon. Че он стоит? Че, не стоит? Грызи тебе. Так, может еще кто стоит? Вот этот вроде еще стоит. Он что-то продолжает стоять.
Я даже не знаю. Ну, поехал обратно, хорошо. Они почему-то у бараков копятся. А чего они у бараков копятся? Приходят туда и обратно решают пойти. Опа, что-то едет. Там еще инженеры гоняют. Остановили где-то нашествие. А меня топового убили. Так, они убили топового. Как посмели. Ну, больше дискреверов потом заказать. Че инженер стоит? Убейте его. Почему он тут стоит? Так, вот туда. Добавочная пехота. Так. Ну, полетели. Стоп, они могут только... Так вот же, они могут вот так вот. Поехали. Огонь. Ну... Тут дофига всякой фигни, может, разве? Ну-ка, есть сколько тут самбов. Так, а вот основная база. Так. Ага. Capture the pyramid, do not destroy. Я понял. Я понял. А здесь что происходит? Ну ладно. Пока я оттыкался, башенки задержали. Причем хорошо так задержали. Думаю, они явно стоят своих денег. Там пирамида, а чё внизу тогда? Угу. А чё там ничего не делается? Где люди? А, они на халде были. Чёрт. Больше дисктроверов. Все-таки надо разведать этими фигнями хотя бы. Да чё они стоят тут? Всё равно бесполезно. Они приехали. Можно проехать, но не пройти. Интересно. Давить они не собираются. Давай, идем туда, через мост. Проезжаем, смотрим, что тут такое. Там военный завод есть. Ой, а может я его захватить могу, а? Подожди. А чё? Вы кто? Что происходит? Чего вы там зависли? Там сам съесть? Вот нет. Вот что такое? Че это такое? Ну ты столько ракетчики, меня они в принципе не волнуют. Хорошо, уничтожили. Вот сейчас тут нужно все почистить, и в принципе. Я бы смог туда напасть. Но... Так, опять какая-то фигня. Больше титанов. Угу. Еще джетпакеров. Ну, кстати, там ресамцев вообще нет. Я думаю, эти штучки даже лучше зайдут. Джетпак джамперы. Джамп-джет инфантри. Угу. Че у меня комбайн стоят? Вот? Ну, тебе я нет, наверное, комбайн стоят. Чего, они все-таки не умеют на один обогатить или вдвоем ходить? Больше что не умеют. Это штука тоже ломание. А вот эта штука ломает. Она утонула. Подожди, а починка-то только с его стороны. Ой. Надеюсь, он починит. Ребята. О нет, о нет. О, на это. Артиллерия хочет мне навредить. Ёж, три штуки сюда пришло. Капец!
Они сдохли. На. А что это дало? Опа. Но оно вырублено. Это понятно. Но больше мне это ничего особо не дало. А что, навечно там вырублено? Ого, убилось. Где? Давай еще давай. Ломай, ломай. Хорош. Блин, че мою пехоту порешили нафиг, а? Че мы делаем? Делаем еще один спорт. Нужно совсем немного лайтинга добавить. Не знаю зачем. Чисто что было. О, я вовремя начал делать это. Как раз пришла техника. Мне кажется, он по приколу, конечно, раздавил. Я даже не понял, что сделал. Но он сделал это сильно. Огонь! А, кстати, нихрена, Ринч. На Ринч-то большой. Ну так, ну, получается, не так уж и плохо. Он только тут не нападает такими большими пачками. Так, нужно больше дискроева. Пока что. Надо больше хелипадов делать. Но, блин, их реально негде делать. Так, опять эта фигня пришла. Не, это не та фигня. Фигня. Какое? Кто не в их числе? Что делаешь? Давай просто бам-бам-бам-бам. И нету. И сдохло. Я могу хелипады ставить. Но я хочу наверх. Почему нельзя? Блин, ну здесь как-то слишком открыто их ставить. Их так легко сломать тут. О! Место. Место найдено. Думаю, еще 5 штук нужно построить. Может, тут места нет. На 5 штук-то. Есть место, есть, кстати. Хорош. Ну, чем больше касаток, тем лучше. Это главное правило. Все, строим касаток. Мост не починил он. Возможно, он слева может как-то подъезжать. Я так не думаю. Можно разведать, попробовать что-то. В принципе, они могут прямо вот тут стоять. И дефать, и нормально. Там медики есть, все есть. А, касатки, касатки, это хорошо. Комбайн. Есть стоящий комбайн, есть два стоящих комбайна. А что он делает такое, значит? Он не спасает, на самом деле. На самом деле не очень спасает. Но я считаю, что офигел немножечко. Можно туда добавить, наверное. Добавить туда немного дисктроверов, немного вот этого. Еще немного вот этого. Роман. Так, поехали исследовать. Вегас пирамид. Так, эти люди. А, ну да, я здесь был. Раздавите. О, хорош. Еще одного раздавим. Блин, у них хитбокс такой маленький. Не как у титана. А ё-моё, он расстрелял нафиг бронетранспортер. Попсово солдата стрелял бронетранспортер. Пока у него задавить пытается. А, раздави его. Ура! Ура, он раздавлен. А тут негде проехать. А как мне туда попасть?
позволить все это старое, не починишь. А, еще один. Чего тогда ломать? Я хотел завод у него захватить. Ладно, я думаю, это мне бы не особо помогло. Пошли уничтожать завод нафиг. Опа. Ой, там еще что-то есть. Ой, там целая база. Звучит логично, конечно. Так, а вы чё, а вы всё? Давайте. Так, а как вас теперь обратно? А, вас. Хорошо. Так, ну... Ну... Так, а чё это не сделалось-то? Сейчас тогда наделаю еще больше попрыгушек. Будут они прыгать. Этих надо сюда. И хорошо. Так, юнит ready, юнит ready. Поехали джетпак джамперов делать. Опять стоишь. Ты стоишь? Работать надо. Работать. Так, больше. Больше, больше, больше. Еще больше. Еще больше. Кстати, это, наверное, расчистка местности такая хорошая. Типа вот тут вот фигня какая-то стоит, а можно фундамент установить. Да? Да нет. Чему мой прикол? Ну фундамент и фундамент. Вау. Поставил фундамент. А наверное. А, нет, а нет. Не захватывает. Чем твой прикол? Чем прикол фундамент? Фундамент и фундамент. Так, а. Как вы пропустили? Бэт. Стоите прямо тут? Пропустили как? Они теперь этих пропускают, а вы издеваетесь. Вот. Они с киборгами нормально справляются. Это же не дамагата, да? Ну, в принципе, киборги их вроде тоже не убивают. Что это интересно. А ты хилить их пошел, да? Это хорошо, но потом тебе вернуться надо. Так. 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 А что там, все продамажены, что ли? Капец. Мне нужно по приколу такого. Все, уходи отсюда. Ш-ш-ш. Так, полетели. Полетели ломать. Блин, всю сесть пытаются, не надо. Не надо садиться. О нет, они снова нападают из-под земли. Это что такое было? Ага, высадиться там не смог, да? Лох. Подожди, или что это? О, а это откуда пошел? А чё он там это приехал, развернулся и пошел обратно? Что это было? Возможно, он пушки испугался. Там она была всего одна. Я сейчас еще побольше сделаю. Что я офигел, он все-таки еще пытается что-то сделать тут. Это выглядит страшно. Да они с ума сошли. Они там гуляют. Им надо. Так, я думаю, столько хватит. Поехали. Поехали ломать людей.
Ну, можно еще, в принципе, больше заказывать. Так. Расстреляли его. Опять они там. Там их три. Что происходит? Так, ну он уже просто получает урон и прячется. И он еще раз вылезет, ему вообще капец произойдет. О, ребят. Давайте, уничтожайте. О, нет, садиться не надо. Не надо садиться. Капец, как контрить надо, чтобы они не садились. А, киборги по ним, по сути, и стрелять не умеют. Там происходит. Гадство. У всех людей не так порешало. Гадство. А что нафиг отсюда? Приехали. Залетаем. Убиваем эту тварь. Ничего. Так, его тоже убиваем. Ломаем все тут. Так, положим. Хорошо. Так, а вот это, наверное, стрелять по ней умеет. Стрелять умеет? А, не, вот эти, мотоциклы. Стоп, мотоциклы по ним не умеют стрелять? Ну, плохо для вас. Что сказать? Так, я это сломал, хорошо. Можно заказывать еще этих. Потом все подбитало. Как моих людей подбитало. А, взлетаем. Не надо садиться. Надо взлетать. А, все, тут ничего нет. Юма. Тут ничего и не было, получается, особо. Ну там дальше разведывать надо, чтобы налево лететь. Да вот так они на море не полетят. Довольно печально, конечно. У меня нет одной касатки. Еще больше дисктроверов и больше хилеров. Тебе это нету. Ну конечно, два комбайна стоят, ничего не делают. Три комбайна стоят, ничего не делают. Вы издеваетесь. О, один поехал. Он понял, что его время настало. Они все-таки не могут вдвоем добывать, да? Блин. А что так? Типа сейчас все эти заняты. А как вы нифига не приехали? Боже. Каким образом у вас это происходит, пехота? Пехота! Нет, бежим. Всех моих челов пришло. А капец, что происходит? Жесть какая-то происходит. Во-первых, их тут дофига. Попробуем сейчас полететь как-нибудь, посмотрим. А тут везде, наверное, эти зеркашки. Зеркашки, антивоздух везде существуют. Блин, как они долго живут. Сажайтесь, сажайтесь, сажайтесь. Сажайся. Не смог. Ну не получилось. Можно попробовать здесь полететь. Давайте, давайте, разведайте воду. Вот. Воду, воду, воду. Ну давай.
Потихоньку разведываем. Опа, а куда это они полетели? Они поняли, куда надо лететь. Ломай, ломай ее. Блин, да тут реально везде просто. Блин. Что происходит? Послушай, у меня вообще на хорошую сторону. А вы слепые пехота! Алло? Это что такое? Так, нет. А, наверное, не надо стрелять. Ломайте их. Надо прям перед... Я не могу встать прям перед... Куда? Тебе ведь. Тут умереть. Ну ладно, там есть, в принципе, медики. Сколько косаток у меня? 5 штук. Пять штук косаток подохло просто. Но там есть добыча, он же не добывает или ничего. Ну блин, там тоже дофига этих зверкашек. По мосту-то вообще хрен пройдешь. Там нереально по мосту пройти. Стоп. Почему? О боже. Че, с ума сошел? Ну да, бога призывают. Давай, оверрейнджер. Опа. О, нет, спокойно. С мостом поаккуратнее. Ладно, не важно. Ладно, это надо. Он тут же зайти может спокойно, нет? Так, засейвимся. Засейвимся. А чё? А, там же шварта на кровати. Нужно ее как можно быстрее снести. А то сейчас всю мою пехоту проверю. Хорош. Теперь выносим все эти воздушные фигни. Они ему тут явно не нужны. Ну и моя армия пехоты начинает поход. Весь этот остров подлежит зачистке. Да, возможно, мне просто достаточно захватить пирамиду. Да еще карта стрипка внизу. Что там есть? А там ничего нет. Капец, сколько там ракетчиков за вами бежит, убивайте их. Так, вот это быстрее, вот это киборги. Киборги выглядят страшно. Так, давайте. Не знаю, это пехотная армия выглядит имбово. Реально имбово. А у меня сейчас на базе никого вообще нет. Если кто-то приплывет. Было бы довольно страшно. А чё, одной касатки не хватает? Не, это рано. Хоть они идут. Так, продолжаем. Продолжаем наступление. Опа, это опасно. Он сейчас такой пожар начнется. И туда лучше не нападать. Туда нужно будет титанами идти. О, да. Уничтожаем их. Жестоко. Они вообще их не убивают. А, там же башня. Опа. А что такое? Капец, это что такое? Я вас понял. Ну чем они занимаются? Ах, не, а что их так много? У меня же есть вот эта фигня. Огонь. Бам! Неплохо. Их убило нафиг.
Ну, ладно, у меня здесь армия есть. Правда. А хотя. Как они там умирали? Они, наверное, в огне горели. Да. Мне пехотная армия все больше и больше нравится, чем. Когда много умирает. Охренеть, сколько тут всего. Вот она вся издохла. Это что такое? Погоди. Что-то вот такого я не ожидал. Теперь вопрос. У меня по воздуху стреляет... Стреляет только башня. Только башня стреляет меня по воздуху. Сам вот это вот. Реально только она стреляет по воздуху. Чё ко мне такое вообще прилетело? Москиты эти. Ну, допустим, две штучки поставят. Одна еще вот эту штуку поставлю. Как будто. Двух орка файтеров не хватает, а. Одного убили нифига. Теперь вопрос. Много пехоты вариант? Мне кажется, нет. Лучше много титанов просто уже наделать. А где деньги брать? У меня комбайны не работают. Вон там у тебя это. Добыча, сдача. У меня тебе уже на карте. Ну хотя тут регенец тебе. И то, чтобы он уже заканчивается. А нет, они снова приехали. Ну они уже рейдерами какими-то плюются просто. Медиков. Еще комбайн стоит. Не стоит. В общем, да, надо еще один. Добычу еще один. Как-то они вообще не могут работать. Все комбайны стоят и ничего не делают. Это не весело. Вот тут комбайн стоит и ничего не делает. У него там что-то было вообще? Что он сдал или это не так работает? Вот и касатками не подлетели, блин. Везде защита просто. Везде. Везде наделал. Ну вроде бы. Вот сюда можно. Вот эти пушки хотя бы сломать. Не знаю, что там за пушками дальше. Не надо садиться. А, нет. Алло, ломайте ее. Их чи. Ничего их не ломает? Алло, ломать. Да и капец. Не, касатки тут вообще уж не вариант. Можно их даже не делать, если это продать. Тут ушел, конечно. Людей дало. Немного пехотной армии не помешает. Так. Хорошо, комбайн. Собирайте, бери. Опять инженера забыл, это что такое? Ну-ка, остановочка ваша тут. У меня тут есть починка, да. Хорошо. Так, в общем, дофига титанов.
не идем. Вон туда. Я должен дальше по кругу все обходить. Нужно еще больше. А, нет. Не, это фигня. Эти, блин, штуки вообще здесь бесполезны. Как остановить эту фигню? Это не надо было бы пропускать. Такие штуки довольно опасны. Теперь можно еще вот этих наделать и пойти. Так, идем. Выдвигаемся дальше. О, это за мной? А, нет, это... На пехоте. Капец. Не надо убивать друг друга. А ее сломать реально можно. О, написано, не надо. Мы не будем. Ну, тебе капец, просто там столько титанов, ребят. Они тебя 100% пройдут. И я на это надеюсь. Так, почему не палец? Ну, хорошо. Ломай, ломай, ломай. Чего не сломался? А вот он можно тоже сломать. Все. Ломаю все, что хочу. Это вот я промахнулся. Ну тут уже вроде ничего не должно быть. А, вот у него дикомайя. Блин, а может я зря на них надо? Вообще на меня вся армия просто стоит. Я уже полетел. Ребят, я пошутил, шутка юмор. Блин, там столько всякой пехоты, которые будут раздавлены. Нет, он не дает. Ты так раздавил? Хорошо. Хорошо. А все, тут защиты-то не осталось уже никакой. Чистая база. Чистая база осталась так. Нет, не надо. Вот нападать надо, а вот подходить и умирать не надо. Не очень хорошая идея. Все, уже штурмовать можно, я думаю. Ладно, вот то, что меня тут объезжает, мне... С ума сошли? Заходим. Заходим поздороваться. Говорим всем привет. Не уничтожаем базу нафиг. Делаем инженер. Мой, вот это нафиг. Мы заходим быстро, быстро. Ну нигде эти фигни сидят. О нет, там есть одна фигня, которая может убить всю мою пехоту. Она попробовала. Мне не получилось. Так, ломаем всю добычу. Инженер? Инженер есть. Блин, а там у него тоже инженер лежит. Не хотелось бы разменяться. У меня тут никакой защиты нет. Еще много чего ломать надо. Блин, а тут эти фанаты свои уже. Все, доломаем, за что осталось. Что там происходит? Вы что делаете? Вот вопрос. С
сейф закинем, а то вдруг там пирамиду обороняйте 50 минут. Все вы знаете. Опа. Мне все равно еще зачистить надо, да? А, его нельзя раздавить. Жикибок. Блин. Ну тогда делаем титанов для чистки. Надеюсь, не надо чистить. Очень надеюсь. Это... Ну кто его знает. Сейчас проверим. Снизу там я базу зачистил, это хорошо. Можно вот это вот все еще продать. Мне эти люди помогли немного. Комбайны, я знаю, тоже могут выделяться. Так, что там у них? Энергия. Всех нодов надо вычистить. Вычищаем. Ой, сколько там энергостанций. Кем тебе так много? Боже, бьем. Давайте, пехота. А может это было бы быстрее инженера? Захватывает, надели. Люди умирают. Капец, нафиг ему столько. Ой, там аж два комбайна стоит, я понял. Идем за ними. Ну, я думаю, я сломаю ворота. Ломаю энергостанцию. В принципе, вроде забора тут не так уж и много. Если чё. Комбайны тоже надо сломать. Так. Хорошо, комбайны сломали. Всех людей убили. Понял, ломаем стены. Поехали. Ну, вроде только вот это, сколько я помню. Понимаю, как так? Игра рассчитывает, что я не могу победить, если у меня МСЦ отхватывают. У меня нет казармы. Она не рассчитывает, что я могу победить, когда у него там стена одна стоит. Что это? Вот реально, вот все, одна стена. Ничего не было больше. Ну, БТРки это такой. 23 партии. Да, неудивительно. Даже не час, хотя... В общем, времени час, наверняка. Ну, не самый худший процент пока что. Там было 19. Emergency deployment. Immediate launch.
Perhaps when Anil arrives to kill you, you'll take some time to learn from the man. I'm sure he'll teach you lessons you'll carry with you the rest of your life. Which, by the way, is about 7 minutes. О нет, детонатор. Your brain, you're gonna tell me what happened to the rest of that ship. What happened to the technology that you and Kane stole off that UFO? Kane didn't steal it. He made it. He's got the Tacitus. What does Kane have? What is the Tacitus? So, I have some very bad news. Скоро бабах. Манный такой взрыв. Not forces have broken through our European perimeters, Mac. They've taken Hammerfest. Hammerfest? We think they're after our disruptor technology, the sonic crystals. I need your forces ready for immediate deployment. Destroy everything Nod has there. Get them off our base. Mac, wasn't your brother in Hammerfest? Mm-hmm. Вот так вот, да? Nod has taken over. Ну, а на этом пока все. Всем удачи, всем пока.